Хенсельту! Тансервиль, ты чувствуешь? Это место все еще пульсирует магией. У меня аж мурашки по спине. Странно. Четверное солнце Глевисик не может действовать так долго. Оно должно было рассеяться. Может, это какая-то аномалия? Всякое бывает. При таком выбросе силы не думаю, что она контролировала свои действия. Хватит обсуждать Сабрину Глевисик, иначе полетят головы. Барон Феллард всегда давал понять, что охотно сменит подданство. Феллард Шельма, каких мало. Остальные панически боятся Савски и ее бандитов, холопов и нелюдей. Они не готовы к войне и знают об этом. А щенок Димовенда тоже продался? Принц Теннис не ответил, но Феллард уверяет... Я должен посмотреть ему в глаза. Тогда и узнаю, из какого он сделан теста. Нижайше приветствуем Его Величество Хенсельта, короля Каидвена, наследника рода Единорога, владетеля Арткар-Айга, великого князя Банардского, усмирителя Нильфгарда. Приветствуем вас на Айдирнской земле. Сколько вы хотите? Ваше Величество изволит шутить. Я смертельно серьезен. Сколько вы хотите за ваши подписи? Мы думали о 100 000 новиградских крон и титулах маркизов. Еще. Верхний Айдирн — это серебряные и угольные шахты, многочисленные мануфактуры, единственная по эту сторону Яруги каменоломня белого мрамора и торговый путь восток-запад. Мы говорим о Нижней Мархии. Прошу запомнить новое название. В обмен на это мы принесем вассальную присягу вашему величеству и признаем вас законным сюзереном этих земель. Ничего я вам не дам. Ваши подписи не имеют никакой цены. Они мне не нужны. Но, ваше величество, без нашей поддержки вы навсегда останетесь агрессором, оккупантом, врагом айдирнского народа. Народ Айдирна слушает Саскию, убийцу драконов, и принца Стенниса. Вот с ними я и хотел бы поговорить. Государь! Дракона-убийца идет сюда с посольством! Замечательно. Пропустите ее. Мне стало интересно, и сколько стоит верхний Айдирн? Ничего не стоит. А ты, шлюха, сколько берешь? Король,
Прикажи этому шакалу захлопнуть пасть, иначе я всажу его петушка ему же в жопу и так закручу, что он запоет, и вместо полудня настанет утро. Я? Государь, вели взять ее! Меня ты тоже собираешься запугать? Король, я сделаю все, чтобы спасти Айдирн. Да она же шлюха! Заткнись, Детмальд. Мне нравится эта Саския. Говори, чего ты хочешь, женщина? Король, выведи свои войска. Признай независимость Верхнего Айдирна. Прекрати преследовать нелюдей и позволь им покинуть границы твоего королевства. Ты спасешь себя и свою армию. Ха-ха-ха! Да у тебя есть яйца, женщина! И что я с этого получу? Мои солдаты решат, что я трус. Я Хенцельд из Арткаррайга, не привык убегать от барышень, даже если они убивают драконов. Есть еще один выход. Ты и я, король, здесь, сейчас, перед лицом людей и богов, я вызываю тебя. Как в древние времена, когда миром правили люди чести, победитель получает верхний Айдирн. Девке взбрело в голову вызвать на поединок короля. Государь, это какой-то абсурд. Мы сломим их в битве, а эта девка, которая якобы убила дракона, она может быть опасна. Значит, я буду биться с достойным противником. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, дева. Покажи, на что ты способна. Начнем. В рыцарском поединке сойдутся Хенсельд из Арткаррайга, король Кайдвена, сеньор Каингорна и Мальоре, последний из рода единорога, и Саския, девка, убившая дракона. Победитель получает нижнюю мархию. Пусть боги вас рассудят. Начинайте. Возьми оружие. Эй, стоять! Что с тобой, Зывик? Брага тебе мозги выела? Ты меня не узнаешь? Ядрёна кочерыжка! Зачем ты его притащил, Роше? Это ведьмак. Да знаю я, етить, кто это такой. Убийца гребаных королей в королевском лагере и не связанный. Спокойно, ребята, ведьмак не убийца. Я за него ручаюсь. А что до короля, то с ним мне и надо повидаться.
Тогда обожди, милздарь королевский рыцарь. Не с места, мутант. Кликните кто-нибудь сотника. И веревку покрепче принесите, свяжем выродка. Успокойся, Зывик, нет нужды. Так где король? Где-то на полях, ведет переговоры. Эй ты, убийца, бросай оружие, или тебе стрелу в гузно засадить. Стоять! И не дергайся! А ну, лапы вверх! Пли! Вали его! Что за хрень? Проклятие. Мощное проклятие. Что будем делать?
выбираться отсюда. Призраки чувствительны только к серебру и чаше. Держись сзади. Я попробую рассеять мглу. Детмальд, Шиала, встретимся в моем шатре. Вы должны мне объяснить, что там происходит и как от всей этой мутатени избавиться. Слушаюсь, Ваше Величество. Соберите ротных командиров. Сию минуту, Ваше Величество. Десятник, присмотри за ведьмаком.
Он меня только что из самого магического пекла вытащил. Значит, убивать меня как Фольтеста не станет. Но по лагерю ему шляться нечего. Займи его чем-нибудь, а потом приведи в мой шатер. Государь, я прошу аудиенции. Позже. Сперва чародей, и потом ведьмак. Вот те и на. Обещалась быть нормальная война. Можно тут где-нибудь горло промочить? Роше, ты за него ручаешься? Можешь быть спокоен. Фольтеста и Димовенда убил не он. Ну тогда пойдем. Наш оружейник. Он завален казенной работой, но время от времени и заказы принимает. Ну вот мы и на месте. Самое важное место в лагере – столовая. Если заскучаешь, на этой доске вывешивают заказы на чудовищ. Здорово. Сикутно, с настоящей святой воевать. Наслушался вражьей пропаганды? А что если она взаправду святая богу избранная? Не бои, ведьмак о ней позаботится. Король устраивает тут турниры. А когда свободно, мы деремся на кулаках. У нас любые приемы дозволены. На этом можно неплохо заработать, если знать, кого вызывать и на кого ставить. Извини, Ян, на минуточку. Ну как тебе бой? А у тебя нюх, Зылик. Ты снова выиграл. Золотишко-то мое. Будешь еще ставить? Ясное дело. Я зайду попозже. Вот развяжи такого, ведьмак, и он вцепится тебе в горло, как бешеный пес. Это Скейта Эль Йорвета? Как вы его поймали? Разведчики нашли его раненым в ущелье. Кто-то перебил небольшой отряд. Ребята говорили, жуткая была резня. Кто-то их как будто косой посек. Сила страшенная. Есть мысли, кто это был? Нет, но он застал врасплох эльфов в лесу. Так что я бы с ним лучше не встречался. И правильно, Зывик. Не стоит тебе с ним встречаться. Идем к королю. Как дела, ребята? Столько стоим, я уж ног не чую. Ты прислал замену какую? Через час пришлю. Открывайте ворота. Король хочет видеть ведьмака. Сейчас. Иди прямо в королевский шатер. А у меня еще есть кое-какие дела. Бывай, Зывик. Если что, я буду где-нибудь у главных ворот. Бывай. А, ведьмак! Небось, король его нанял, чтобы он призраков унял.
Ты думаешь? Уверен? Ну, посмотрим, как он справится с проклятием крови. Да? Ты помощник интенданта? Он самый. Отлично. Покажи мне самое лучшее снаряжение, которое у тебя есть. Я заплачу, армия не обеднеет. Да где ей? И? За вами не охотится только ленивый, а вы все еще живы. Впечатляет. Я, знаешь ли, никак не отвыкну от жизни. Как и все вокруг. Однако за всю карьеру посла его императорского величества я не встречал никого, кто выживал бы столь же успешно, как вы. Я позволил себе проверить кое-какие слухи, касающиеся вас. Повторю еще раз. Впечатляет. Вы ищете работу. Не знал, что вас можно нанять солдатом. Я здесь по другой причине.
правда? Могу ли я чем-нибудь помочь? Интересно, что здесь делает посол императора? Последний неудачный конфликт не лучшим образом отразился на экономической ситуации в королевствах Севера. Его императорское величество жаждет стабильности. Мы готовы оказать финансовую поддержку, и потому я посещаю страны, в большей мере затронутые войной. Насколько я вижу, у Хенсельта дела идут просто превосходно. Подробности моей дипломатической миссии в Каэдвене касаются только императора и короля Хенсельта. Может, расскажешь что-нибудь менее тайное и не менее важное для меня? Я скажу одно. Император был очень тронут слухами о возвращении Белого Волка. Он велел мне лично рассмотреть это дело и составить рапорт. Почему его интересует моя особа? Этого он не сказал. Его императорское величество обычно не дает объяснений. Фольтест был хорошим королем. Жаль, что он так плохо кончил. Я уже передал конетаблю Наталису искренние соболезнования императора. Если уж мы заговорили о Фольтесте, ходят слухи о таинственном исчезновении его советницы, чародейки Трис Меригольд. Ты что-нибудь знаешь об этом? Почему ты спрашиваешь об этом меня, посол? Говорят, вы с ней были довольно близки. Чародеи от природы умеют растворяться в воздухе. Почему это должно кого-то беспокоить? Потому что кое-кто беспокоится. Нет ли аналогичных способностей у ведьмаков, заключенных в подземелье? Вы уходите от темы, а значит, не хотите отвечать. Но не стану настаивать. Спрошу вас еще кое о чем, если не возражаете. Разумеется, посол. Я вспомнил о Трис, потому как меня тревожит один момент. Чародеи славятся взаимной завистью и соперничеством. И мне интересно, есть ли общее дело, которое могло бы их объединить? Ты можешь выражаться яснее, посол? Прошу прямо. Вы знаете, какое отношение имеет Меригольд к политической организации чародеев? Конечно, если допустить теоретически, что вы с ней близки или были близки. Я не понимаю, почему знакомство какой-то чародейки интересует посла Нильфгаарда. Мне интересны самые разные вещи. Например, искусство. Как раз сегодня мне доставили очень интересную скульптуру. Прелюбопытнейшая вещица. Легкая, чувственная. Она побуждает к размышлениям. Думаю, даже охотник на чудовищ не остался бы равнодушным к заключенной в камне красоте. Не сомневаюсь, но у меня нет времени восхищаться искусством. Вы желаете спросить о чем-то еще? Я не вполне располагаю своим временем. Почему тебя так интересует организация чародеек? Мое внимание привлекло странное стечение обстоятельств. Мне доложили, что некоторых чародеек видели неподалеку от королей, как раз во время покушений. И что здесь странного? Маги всегда крутились возле монархов, поближе к деньгам и власти. Именно поэтому я никого не обвиняю. Я только сказал, что это привлекло мое внимание. Сперва я видел тебя у Фольтеста, теперь Хенсельт. Следующая на очереди Редания? Мне нет нужды ехать так далеко. Родовит сейчас на пути к Локмуине. Возможно, он уже прибыл. Там мы и встретимся. В Локмуине? Это эльфский город у истоков Понтера. Что Родовид там забыл? Там собираются чародеи. Они хотят восстановить свой совет и разослали приглашение всем монархам.
Приветствую тебя, Геральт. Я думал, что после убийства Кейрона долина Понтера тебе станет неинтересной. Ты ничего обо мне не знаешь, ведьмак. Я здесь, потому что были убиты двое королей Севера. Можно предположить, что следующим станет Хенсельт. А нам не нужно очередное королевство, погрузившееся в хаос. Король Хенсельт не должен умереть. И я прослежу за этим. Нетрудно заметить, что вы с Детмальдом друг друга не слишком любите. Детмальд – большой ребенок. Отличный собутыльник для короля Хенсельта. Проблема только в том, что он исключительно завистлив. Он уверен, что я хочу отобрать у него должность при Каэдвенском дворе. Абсурд. Убийца Фольтеста заставил Трис телепортировать его в Вернин. Они где-то рядом. Маленькая проныра Трис влезла в мой мегаскоп. Впрочем, я должна быть ей благодарна. На ее месте могла быть я. Даже если Трис сейчас в Вергине, у меня не получается ее нащупать. Проклятый туман мешает магическому поиску. Входи, ведьмак. Разговор неофициальный, можешь держать себя свободно. Ты помог мне в этом тумане, значит, смерти моей не хочешь. Так чего же ты ищешь, Геральт из Ривии? Я хочу восстановить справедливость. Ха, справедливость – штука скользкая. Все зависит от точки зрения. Так ты говоришь, что не убивал Фольтеста? А знаешь, кто это сделал? Ведьмак по имени Лето. Вы знакомы? Я не знаю, я потерял память. Лето намекал, что что-то обо мне знает. Мы могли встречаться раньше. Знаешь старую каэдвенскую пословицу? Ворон ворону глаз не выклюет. В случае с чародейками оправдывается на 100%. К делу, государь. Детансервиль утверждает, что этот Летто крутится где-то рядом. Это правда? Да. Чего он здесь ищет? Ему нужна моя голова? Он скрывается от Йорвита и его эльфов. Я не знаю, что он замышляет. Ты собираешься его схватить? Да. И последний вопрос. Ты знаешь, кто заказал убийство Фольтеста и Демавенда? Кто стоит за смертью королей? Нет, но узнаю, когда найду Лето. Донесения моих соглядатаев подтверждают твои слова. Я тебе верю. Да, вот еще что. Это волшебная мгла, призраки и прочая магическая хренотень, которая срывает мой военный поход. Чародеи, как всегда, ничего не делают. Бормочут что-то о высшей магии, проклятиях, но толку никакого. Это дело для ведьмака. Возьмешься за такое задание? Я попытаюсь что-нибудь сделать. Вот и хорошо. Сними проклятие, и ты узнаешь, что такое королевская милость. Даже если ты не поймаешь этого Лета, я помогу тебе отвести обвинение. Детмальд в твоем распоряжении. Спрашивай его обо всем, что нужно. С этой минуты можешь свободно передвигаться по всему лагерю и в округе. Можешь идти.
Проклятие наложили 3 года назад. Есть основания думать, что оно действует до сих пор? Какое это имеет значение? Король, мы говорим не о гадалке на базаре и не о начинающей магичке. Проклятие вызвало затмение солнца и призвало десятки духов. Это сложное, многоступенчатое заклинание. Чтобы его наложить, нужны знания и способности, которые не каждому даны. Снять такие чары еще труднее. Если хочешь, чтобы я занимался этим делом, ты должен мне помогать. Эх, зараза! Ладно, будь по-твоему. Когда мы прорывались через мглу, ты сказал, что это проклятие Глевисик. Сабрина Глевисик, чародейки. Она была моей советницей. Я велел прибить ее к колесу и сжечь. Умирая, она прокляла меня и мой род. Это было 3 года тому назад. За что ты казнил Сабрину? Через год после Центрийского мира началась драка за Верхний Аэдирн. Генерал Вандергрифт командовал частью моих войск. Он переправился через Понтер и принял бой на этом поле. Битва продолжалась до позднего вечера. В конце концов, Сабрина Глевисик решила взять все в свои руки и обрушила на поле огненные шары. Больше 3000 людей превратилось в кровавые ошметки. Огонь сжег и своих, и чужих. Рыцари заживо жарились в доспехах, визжали от боли, как звери. Война — это занятие для людей чести. А когда за нее берутся такие, как Глевисик, она превращается в ад. Почему Сабрина вдруг напала на собственные войска? У нее был повод? Не могу сказать. Она была моим советником, членом Совета Чародеев. Я годами терпел ее капризы, интриги, придворные скандалы. Она была верна? Ха! Только себе самой. Король, ты помнишь, как звучало проклятие? Что именно сказала Сабрина? Все, что она тогда сказала, в каком-то смысле сбылось. Падающая звезда с кровавым хвостом пронзит небосклон. Квадратные монеты с морских глубин соблазнят сердца глупцов. Монеты? Детмальт нашел их у солдат, которых подозревают в измене. Ко мне. Странная эта штука, Гриша. Thank you.
Я хочу запастись провизией. Ищи и обрящешь, как сказал бы пророк Лебеда. Он был пастухом, знаешь ли. Знал толк в поисках. Ты читал добрую книгу. Это похвально. Может, дашь мне за это скидку? Нет. Пророк Лебеда поощряет скидки постоянным клиентам. Что-то я не припомню такого стиха. Это из устное предание. И если сосед предложит тебе ведро яблок в обмен на барана, возьми половину, ибо еще 10 придут к тебе. И 5 предложат тебе по 2 корзины за барана, которого алчит всякий. Истинный источник мудрости. Смотри, выбирай. Что самые непосредственные.